Пытается. Наш командир корабля, Мошенко Дмитрий. Готов? Are you ready? Кого? Конечно. Они нам будут не мешать, они вот так вот болтаются и болтаются. Короче, мы придумали, что мы плывем на Ансланца, будем там пугать всех своим транспортным... транспортным средством. Это уже раздрочилась хуйня. Вот так, смотри, берешь. Вот это он, смазка. Ну, все. Насос кидай прямо сюда. Ничего с ним не будет. Ну все, стартуем. Корабль отправляется. Носом, носом. Они... Ласты-то при чем тут? Давай, запрыгивай. Не надо, не надо. Да пускай будет, они не мешают, Димка. Ну... Сразу судно такой раз набрало тут вес. Как это называется? Водоизмещение сразу бабахнуло. Все? Машинное отделение готово? Сейчас рубка подойдет. Ой, ёбкую мать. Все, рубка готова. По одному. Да что с ним будет? А, да, надо закрыть. Ну-ка, погоди, сейчас я попробую. Блин, а как? А? Почему я крен делаю? А мне неудобно, я не достаю. Сейчас, подожди, отгребу чуть-чуть. Неправильно. Так, смотри. Нахрена ты так? Мы же собирались по одному. Или так неудобно? Ну просто... Не, подожди. А. Надо, блин, вот так, блин, так неудобно, Димка. Так неудобно. Надо... Так я не достану ни хрена. Да я так сейчас упаду нахрен. А как я на коленях я не достаю? Ну вот, а ты должен грести эти. Ну на. Ты попробуй сначала, может тебе неудобно будет. Удобно тебе? Удобно? На счет надо на счет, короче, грести. Давай считай туда. Ну, считай. Да блин, не так надо. Раз. Я правильно грибу, вот этим грибным. О, вот этой частью грести. Вот этой? Раз. 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 Я доесть немножко. Может, блядь, по одному погребем? По одному погребем. В смысле, один отдохнет, второй погребет. Оп. Подожди, сейчас я попробую. Оп, оп.
это надо. Давай. Сейчас по-другому как. Блять, мне вот самое удобное это на носу грести, реально. Самое удобное? Ну. Давай нам весло сделать. На носу грести. А где это резинка? Ничего не вытекает, все нормально. Я разворачиваюсь. Да, так, сюда. Ну давай вот так вот будем разворачиваться. Блин, неудобно ни хера, вообще неудобно. Вытянул. Подожди, а родные где? Которые весла? Вот эти родные? Блин, к берегу. От берега. Ёб твою мать, сейчас нас, блядь, прихерачит, прибьет. Вообще неудобно. А тебе удобно этими? Ну какими тебе больше всего удобно? Вообще надо вот так как-то где все, вот так вот, спиной. Убери вот этого, а я сделаю, соединю и буду вот так. Ну давай попробуем. Бля, мы заебемся, надо от сланца плыть, нахуй. С такой, блин, производительностью. Как мы нахуй на середину? А мы выплыли, да? Потому что ты греб сзади, я греб впереди. Надо просто гребсти так, как удобно. Давай. А мы реально вон там, можно вон до той, чуть дальше той яхты, блин. Это мы, считай, одну треть пути прошли. О! Базар другой. Да, лодка, конечно, дрянь, блин. Самая настоящая, вонючая, китайская херня. О, скоростуха пошла. Я знаю. Ну что я, блин... Где? А, да. Короче, еще чуть-чуть отгребаем и по течению плывем. Ну что ты, каякер? Якер-каякер, нормально все? Как правильно бежать, вот здесь? Нет, по-моему, шире. Ну там, по-моему, есть разные эти штуки. О, трава. Слышь, так нам вот это только мыс обогнуть и все. Короче. А? Что, ты так вот? Да. На а как я тебя на носу? Да он не спускает, Димка, я его заклеил, нормально все. Тем более... Подожди. Слышь, что? Да. Потому что тут отклеился скотч. Ну, не отклеился, надо этот. Еще моточек. Надо его крестом залепить. Да, она, ты же скажешь, полчаса. Потому что кое-кто хотел туда, блин, жало запилил, посмотреть, блин. Я так прикольно четко заклеил. А сейчас она уже, видишь, мокрая. Че? Он в кармане лежит должен быть.
Ну, в рюкзаке. Ну это вот, вот он, Димка. Блин, где он? Нету? Подожди, как же без скотча-то? Ну чё? Блин, неужели он там остался? Нашел? Что, не нашел? Не, а, точно. Точно, точно. Ну и где тут течение-то? Смотри, мы по волнам качаемся, нас еле-еле тащит. Тем более я не вешу ни хера. Просто вот эта часть, вот эта моя, где башка, весит ровно 10 килограмм. А? Кто закончится? Батарейка? Где? На этом? На камере?